Этот проект – отчасти моя мечта. Вообще говоря, нам жутко не хватает друг друга. Театру ужасно не хватает. Философии и психологии. А философии и психологии ужасно не хватает театра. И ужасно не хватает танца. Потому что с этого все начиналось. Сочетание танца и философии. Вообще говоря, когда-то называлось мистерией. И Таня, на мой взгляд, чудесно совершенно попробовала воссоздать сама в себе, внутри себя, древнюю мистерию. Но в конце концов, мы не можем жить ни психологи, ни философы, ни актеры без чувства того, что во всей этой бессмысленной жизни что-то есть там, за пределами этой реальности. Это ищем мы все. И поэтому, мне кажется, идея искать вместе – это блестящая идея. Давайте искать дальше. Давайте ставить мистерии и учиться понимать, что мы можем сделать для того, чтобы наш мир стал умнее и добрее, и помнил о вечности.